Доброго утра, дорогие телезрители, в преддверии Нового года. Наша замечательная рубрика «Полезно знать» на телеканале Архыз24 решила вам показать крайне интересный, увлекательный, а главное, полезный опыт. Сегодня мы с вами будем делать очень вкусный и красивый коктейль. Я думаю, вы обязательно воспользуетесь нашим рецептом и сделаете такие очень интересные и своеобразные коктейли. Все, что нам нужно сейчас перед вами, дорогие телезрители, все эти ингредиенты нам сегодня понадобятся. Начнем мы сегодня с создания наших искусственных и сладких икринок. Как мы создадим искусственную, но сладкую икру? Для этого нам понадобится сироп, шприц, подсолнечное масло, агар-агар, вода и вот такая вот интересная емкость, дорогие телезрители. Вот в эту нашу интересную емкость мы заливаем приблизительно 100 граммов сиропа. Так. Мы взяли, как вы можете наблюдать, вишневый сироп. Но вы можете взять любой другой по вашему вкусу. Я думаю, сиропа достаточно. Что мы делаем теперь? Теперь мы разводим агар-агар в воде. Буквально берем буквально немного агар-агара. Вот чуть-чуть. Агар-агар – это наш желирующий элемент. И разводим его в нашей простой, обычной воде. Вот мы его перемешаем. И нужно немножечко подождать совсем и дать нашему агар-агару настояться. В это время мы подогреваем наш сироп. Он у нас греется, греется, греется. Вот как вы можете видеть, агар-агар уже чуть-чуть набух. Мы его выливаем в наш сироп. Немного перемешаем. И ждем, пока наш сироп вскипит. Казалось бы, рубрика «Полезно знать». Но мы можем и такое. Так, я чувствую, что наш сироп нагревается. А какой запах, дорогие телезрители? Наш сироп все сильнее и сильнее нагревается и издает просто замечательный запах на самом деле. Вот все бы вещества имели подобный запах, дорогие телезрители, и все эксперименты мы бы делали с удовольствием. Наша смесь уже начинает вскипать, мы еще немного подождем и будем ее снимать с нашей печки. Друзья, вы можете видеть, что наша смесь закипает и появляются очень-очень интересные такие игривые пузырьки. Зачем мы до сих пор не снимаем ее с печи, дорогие телезрители? Нам нужно, чтобы наша смесь чуть-чуть загустела. Уже вот эта некая густота, она чувствуется. Но мы еще немного подождем. Все. Теперь снимаем. Дорогие телезрители, медленно помешиваем. Оставляем вот эту нашу смесь. Итак, друзья, что нам нужно теперь, чтобы сделать икринки? Нам нужно совершенно обычное охлажденное подсолнечное масло. Наша смесь
и шприц. Что мы будем сейчас делать? Нам нужно дать немного подостыть нашей массе из сиропа и агар-агара. Ну вот, она у нас немножечко настоялась. Мы набираем эту смесь в наш шприц. И опускаем буквально по одной капельке в наше масло. Все, друзья, можно сказать, что я могу открывать производство по созданию вот таких вот интересных икринок. Смотрите, как они интересно выглядят. Ох ты ж, можно даже немного быстро это делать. Как оказалось, они у нас вроде как не лопаются и не объединяются. Самое главное, чтобы масло было охлажденное. Теперь, дорогие телезрители, вот эти икринки, которые у нас опустились на дно, нам нужно как-то достать. Для этого нам нужно промыть их. Дорогие телезрители, мы промыли наши икринки, и вот что у нас получилось. Вы просто посмотрите на эти замечательные, красивые икринки. Честно говоря, они даже чем-то похожи на красную смородину. Посмотрите. Красота. Теперь мы приступаем к созданию нашего коктейля. Убираем все, что нам уже не понадобится. Достаем наши красивые фужеры, трубочки, лимон. То, что мы будем добавлять в наш коктейль, непосредственно лед, агар-агар мы можем также убрать, и мяту. Что мы делаем, друзья? Мята — это на самом деле почти самое главное. Мы берем вот эти наши листочки мяты, вот так вот передавливаем, дабы мята лучше давала свой вкус. Вот мы ее передавили. Просто замечательный запах, друзья. Непередаваемый. Хоть я и не любитель мята, но все равно запах просто замечательный. Так, теперь вот эту мяту мы аккуратно складываем в наши фужеры. Ну, аккуратно, это не совсем про меня. Но мы ее складываем в наши фужеры. Давайте еще немножко мяты добавим. Все, что у нас осталось. Вот все эти листочки. Все. Просто потрясающий запах, я не устану об этом говорить, наверное. Вот, теперь мы берем наши замечательные икринки. Согласитесь, уже сейчас видно, что у нас получается очень и очень симпатичный коктейль. Несмотря на то, что кулинарных способностей у меня нет. А теперь мы берем наш лайм. А давайте его аккуратненько порежем. В условиях лаборатории, конечно, нам приспособиться немножко тяжелее. Я думаю, этого хватит. Буквально по одному кусочку вот этого лайма. А, бам, какая красота! Лимон вот этот желтый, очень такой, скажем так, яркий лимон мы добавляем. Разрезаем его на две части.
Ох ты ж, вы просто посмотрите. Все у нас сегодня крайне вкусное, замечательное и яркое. Теперь на 4 части. И тоже вот дольку одну. Мне уже впору открывать свой кулинарный блог, я так смотрю. Так, друзья, мы нарезали наш замечательный лимон. Убираем его также в сторону. Нож нам тоже уже не понадобится. Теперь мы заливаем все это дело нашими основными ингредиентами. Сначала берем обычную газировку. Сюда чуть-чуть нужно еще добавить. Бум-бум-бум. Вот. И добавляем наш второй сок. Компоненты могут быть совершенно различными в зависимости от того, что вы предпочитаете, дорогие друзья. Теперь мы берем самое главное, это, конечно же, лед. Добавляем его в наш коктейль. Еще давайте льда. Льда много не бывает. Убираем лед также в сторону. Берем вот наши замечательные трубочки. Перемешиваем наши коктейли. И вы просто посмотрите, какая прелесть, дорогие телезрители, у нас сегодня получилась. Ну, а я напоминаю, что с вами была самая интересная и познавательная рубрика телепередачи «Доброе утро» на телеканале «Архыз-24». Полезно знать. Я Ахмат Барлаков. До скорых встреч и удачного вам Нового года!